вот эта вот локация, где этот самый ракурс, это видно скейт-парк. То есть вот здесь вот видно локация для катания на скейтах, роликах. То, что есть уже в Одессе, в Киеве, планируется также скандовски сделать. И я думаю, это будет очень классная зона привлечения молодежи. Здесь идут галерейные такие места, опять же, чтобы сидеть. И вот в этой части, видно, мы предусмотрели места для спуска людей и людей с ограниченными возможностями, и будут и ступени, по которым можно будет спуститься спокойно вниз, и это не будет составлять никакой проблемы. Есть еще вечерний вариант. Вот в вот этой вот зоне здесь будут находиться фонтаны. Они будут идти с подсветкой по периметру, озеро тоже будет подсвечено. И вечерний вид, он тоже сам по себе интересен, потому что все-таки чаще всего люди гуляют именно вечером. И очень важно, чтобы свет, который здесь присутствует, чтобы он работал все-таки на привлечение внимания, на комфортное местонахождение. На самом деле все началось еще в 2015 году, когда мы с товарищами шли с очередного конкурса, и у нас вот такая родилась идея, а давайте что-то сделаем вот с какими-то локациями, которые именно заброшены в нашем городе. И, в принципе, что нам пришло в голову, это мы шли мимо Лебединого озера с библиотекой Гончара, и нам приглянулась эта локация, она большая, она открытая, она заброшенная, класс, давайте что-то предложим. Вот, и, в принципе, мы в течение месяца сидели, работали над этим проектом, и нам родилась, ну, пришла в голову тогда такая идея, вот именно новая эксплуатация чаши, то есть новый подход, чтобы эта чаша жила не как раньше, а вот уже ее осовременить. И мы тогда предложили проект, где эта чаша становилась такой локацией для прогулок. Вот, и, ну, пустили в интернет, загрузили эти картинки, сделали вброс там, в типичном персоне, и она разлетелась мгновенно. Очень много было и позитивных, и негативных отзывов. Вот, и мы, в принципе, так подумали, ну, в принципе, крутой результат, давайте вторую локацию думать. И как раз это был уже конец марта, и нас пригласили на уборку в Лебединое озеро. Вот, мне позвонил Саша Скорчун, и один из активистов, и говорит: вот мы видели ваш проект, да, давайте встретимся и сделаем уборку, мы соберем людей, вы участвовали, сделаем уборку этого Лебединого озера. Вот, мы пришли, там познакомились с кучей молодежи, с молодежным советом, со спочином Александром. Когда мы сами организовались, то, что мог принес, кто-то принес бензопилы, кто-то принес мешки для уборки, мы отправили это озеро. Вот. После этого у нас родился идея, давайте все-таки дальше продолжать вот эти все движения. И мы начали тогда привозить, собирать тоже деньги на краску. Кто что может, опять же, привозили поляризаторы и нанесли орнаменты по кругу Лебединого озера. И как раз подготовили тем самым почву для следующих мероприятий, которые мы хотели делать в этом Лебедином озере. Это были уже кинопоказы, какие-то занятия йоги, игра в мафию, то есть на первый кинопоказ к нам вообще пришло тогда 1000 человек по нашим подсчетам. Собралось большое количество людей, и что самое большое удивило, что после кинопоказа мы тогда смогли организовать людей, то есть весь мусор, который там был, он был убран за собой, то есть люди готовы были дальше, ну, показали, что они были готовы дальше приходить, смотреть на, ну, наслаждаться кино и под открытым небом. То есть такого вообще в Херсоне как бы и особо и не было. Вот. И, в принципе, эти кинопоказы, они длились в течение 2 лет. Я тогда вступил в молодежный совет, и мы тогда вот делали, ну, не только кинопоказы, мы туда привозили музыкантов и стихи читали. Вот, было, как бы, не было очень круто. То есть это те движения, которые не хватало городу. Вот. Ну и после всего уже прошло определенное время, кинопоказы, все-таки ресурсов нам на это не хватало, и они немножко так затихли, то есть мы уже не проводили эти показы. И в ноябре 2017 года мне звонит Саша Скорчун и говорит: а вот есть конкурс, вот поучаствуй. Я же смотрю, Валерий Башков. И вот такая инициатива, есть 5 локаций, и
Меня для себя, в принципе, посмотрели в список этих локаций, поделали «Ледяное озеро», и я принял участие. Здесь как представлено, это как спортивное решение, то есть его еще нужно доработать. Тут нужно проработать и зоны отделения велодорожек, и пешеходные зоны, и как все-таки проработать зоны бортов озера, чтобы все-таки это было, местонахождение было безопасным, чтобы, гуляя, допустим, с Мельни, не было каких-то переживаний, что что-то может произойти. На самом деле проект может еще корректироваться, то есть это не финальная стадия, на чем можно остановиться. Допустим, вот эти вот галерейные места, они предполагают собой, что на них можно будет сидеть и смотреть на зону фонтана, как это происходит, допустим, в Виннице. 40-50 минут какого-то шоу. И очень важно, чтобы, хотелось бы, все будет, конечно, зависеть от финансирования, хотелось бы сохранить вот эти вот места и фонтаны, чтобы именно в вечернее время люди приходили и любовались зрелищем, которое будет происходить на этом озере. Валерий Бутин, почему вы зацикавились этим проектом? Ну, я представитель бизнеса. Бизнес – это всегда действие, это всегда какая-то созидание. Да? Наш любимый слоган – это «Just do it», просто сделай это. Честно говоря, находясь вот в последнее время там в горсовете, очень как бы обидно смотреть то, что в городе нашем, как и в предыдущей каденции, ничего не делается. И поэтому мы решили подтянуть сюда составляющую бизнеса. В каком плане? В том плане, что я знаю, что в городе есть много успешных людей. Есть бизнесмены, есть общественные деятели, есть люди, которые работают с разными фондами. И мне кажется, что задача реализовать хотя бы один такой проект, это она не есть сложная. При желание людей при работе в команде это есть возможно, и мы это доказывали своим бизнесом в том числе. Поэтому в ноябре месяце был объявлен конкурс на 6 локаций в городе Херсоне, но с нашей точки зрения наиболее важно. По двум из них мы получили законченные проекты. По Лебединому озеру выиграл Артур Айметов, действительно наиболее целостный проект, наиболее учитывающий многие слои населения и так далее. Поэтому мне кажется, что этот проект будет не просто восстановление Лебединки как таковой, а придание ей новой жизни, новой формы и вообще нового значения. Для херсонцев это важный, безусловно, знаковый, наверное, даже проект, это знаковое место, потому что я думаю, что с этого проекта начнется возрождение вообще Херсона как такового. Во всяком случае, очень хочется на это надеяться и верить в это. Поэтому мы провели конкурс, сейчас мы создаем команду, есть поддержка на уровне городских властей, есть понимание на уровне бизнеса и различных организаций, в том числе и международных, поэтому сейчас необходимо создание боевой команды и синергии, которая позволит реализовать этот проект в жизни. Вот. И я думаю, что за этим проектом последует следующее. Ну и забегая наперед, чтобы, скажем так, уменьшить количество инсинуаций вокруг этого проекта, этот проект не политический. Это проект, который не будет собирать, это принципиальная позиция, мы не будем собирать деньги у людей. Да, бизнес будет подсоединяться, кто желает, фонды будут подсоединяться. Но деньги людей мы привлекать на этот проект не будем, это принципиально. Второй момент, это с точки зрения технической работает команда, которая там много рассказывали, там сказок и так далее, как это озеро что-то потапливало и так далее, поверьте мне. В 21 веке на сегодняшний день много технологий и возможности сделать так, чтобы это озеро стояло долго, если не на века, то на десятилетия однозначно. Мало того, в конструктив озера вносятся существенные изменения по понижению глубины, по количеству воды и так далее. Поэтому он будет экологическим, он будет с минимальными затратами, этот проект, и наиболее интересным для, как я уже говорил, для большинства слоев населения города Херсона. Вот. А с точки зрения технического воплощения этого проекта, ну, поверьте, мы люди, которые построили не один объект в городе Херсоне, я, как можно сказать, и строитель, я говорю, здесь вообще никаких проблем нет. И это намного проще воплотить этот проект в жизнь, чем все то, что мы делали до сих пор. С точки зрения строительства, архитектуры и так далее. С точки зрения создания, финансирования и так далее, да, есть вопросы. Вот над ними мы сейчас работаем. Що я надихнулася саме участю в даному проєкті, так? Це навіть вже не проєкт, це вже частина життя, яка є невід'ємною від мене, від життя спілки жінок Херсонщини. Після презентації Валерія Башкова і Артура, архітектора, який придумав цей неймовірний шедевр,
Хвильного озера. Ми надихнулись, ми – це моя величезна команда, яка вирішила максимально прикласти всі зусилля для того, щоб втілити. Втілити через інформаційні ресурси, через розповсюдження запалу цього. Тобто для мене, як і мама двох маленьких діток, цінність даного проєкту «Відновлення Хвильного озера» полягає в тому, щоб показати дітям красу, красу нашого міста, показати глибину роботи батьків і взагалі суспільства, коли діти можуть вийти просто погуляти, отримати нові знайомства, просто назвалися цією красотою, яка у нас є всюди, але її ніхто не відновлює. І саме концепція Хвильного озера полягає в тому, щоб залучити якнайбільше місця, представників бізнесу і взагалі небайдужих громадян, щоб зробити, відновити нашу ізюминку. Адже раніше це була ізюминка міста, ізюминка нашого парку. І наскільки це можна зробити просто, ви навіть не уявляєте. Головне, щоб була синергія. Синергія людей, синергія бізнесу, синергія влади. І от ми починаємо розкручувати це колесо цієї синергії енергії людей. Тому я запрошую всіх, будь ласка, долучайтесь до нас, до цього великого руху. Адже це так просто зробити, просто повірте в це. Коли ви побачите неймовірну презентацію Валерія Володимировича Маршкова і Артура Мєтова, ви просто не зможете відмовитись від того, щоб прийняти участь. Адже це так запалює серця. І ви, як батьки, як дідусі, бабусі, просто небайдужі громадяни, побачите всі ті перспективи і можливості, які вони відкривають перед нами. Представте, ви просто ввечері приходите в лаунж-зону, а на природі дивитесь фільм із своїми дітьми, або дивитесь мультфільми, або катаєтесь на скейті, на велосипеді. І це так заряджає, тому що вам не потрібно буде їздити десь за кордон для того, щоб бачити цю красу, а вона є у нас. Тому, будь ласка, долучайтесь. Ми раді всім, хто має бажання робити цей світ кращим.